И, блядь, эту страну не победить точно. Сука. Не сильно хорошо видно, но 8 санитарных военных пазиков. Охренеть просто. Еле движется, куда-то сейчас поеду туда на прудок. Сейчас еще посмотрим, прокатимся за ними. Вот, поднесли носилки. Будут выгружать. РЖД. Там раненые, наверное, 200-е. Неужели в больничке нет, мест нету? Привезли в район, где ни одной поликлиники нету.